другие не прошли на эти виды работ. Скажите, пожалуйста, когда это будет, каким образом будет, когда мы увидим график этих работ? Мне кажется, я каждый год задаю тот же вопрос. И участки, на которых эти работы будут проводиться. Что касаемо ямочного ремонта, проведено обследование с ГИБДД, выдано предписание по всем улицам города несоответствие дорожного покрытия. Заявка на аукцион, перескочу немножко, подана, направлена на размещение. В мае она будет размещена на ямочный ремонт, контракт. Только в мае. По ямочному ремонту комиссионно будет обследована, согласно предписанию ГИБДД, дорожная сеть города Назарова. И будет составлен перечень, опять же. Но я думаю, все это в мае и случится, потому что дальше тянуть уже не будет. Мне кажется, что уже не то, что тянуть некуда, уже даже это очень поздно. Мы все прекрасно понимаем, но... У вас были средства, у вас были средства в программе, у вас прошла корректировка. Что вам мешало объявить конкурсную процедуру в марте месяце? Да. То, что будет, мы программу утвердили в декабре вместе с бюджетом. Мы опять отстаем уже на месяц с ремонтом. По корректировке, по перемещению не готов ответить. Я подготовлюсь, положу, почему случилось это. Вы знаете, вы подготовитесь довольно понятно. Вопрос же в том, что мы каждый год наступаем на одни и те же грабли. Мы все лето ездим по говняным дорогам, а потом, когда снег выпадает, ее дороги делают. Только снег выпал, дороги сделали, тут же ямки морозы, дороги разбили. Дорогая ложка к обеду, у нашей ложка, она где-то после обеда далеко. То ли система она неправильно выстроена, то ли это человеческий потенциал. Я думаю, что это человеческий потенциал каким-то образом сказывается. Сергей Иванович, как нам эту систему ломать? Что надо делать? Чтобы мы знали, что у нас на следующую весну опять будет 1000 квадратных метров в ямках. Чтобы торговать не сейчас и обходы делать. Ну что, какая вам разница в результате обхода? Вы видите ямку с правой стороны дороги или слева. Все равно она будет, ее надо будет делать. Все равно надо торговать в январе, чтобы в апреле, сейчас хотя бы 9 мая все эти дороги сделать. Каждый год. Прошлый год 1-1, позапрошлый то же самое. У нас комиссии как бы ближе идут. Олег Анатольевич, смотрите, у нас по действующему контракту с дорожной службой город на сегодняшний момент заложено чуть более 900 квадратных метров. То есть, мы эти в апреле сделали. То есть да, это в существующем контракте, это мы будем делать в самые ускоренные режимы. То есть те ямы, которые самые критичные, вот это да. А остальные именно по предписанию ГИБДД. Ну, вот предписание ГИБДД. Олег Анатольевич, если мы в апреле сделаем, то их уже в мае уже по погоде. Ориентируйте по погоде. Вы в мае сделаете хотя бы. Месяц поездим. Не сколько метров, да, это. Может, дороги они не лето простоят, они в период холодных и перепадов температур рушатся, расширение водой уже. Ну, в прошлом году, для информации тоже, мы, почему такая проблема возникала, это проблема дефицита асфальта. И мы фактически и не платили, и, значит, и не могли сделать. А этот год будет поменяться?